Итак, 457 серия, Владивосток, Крым. Сразу хочу объявить, что ли. Обратите внимание на комментарии Путника 81-го. Очень дельные советы, рекомендации по местам стоянки, заправка, ну и прочие такие очень отдельные полезные советы. Также можете зайти к нему на аккаунт, посмотреть такое же видео у него о дорогах России во все времена года. Зимой, летом, весной, осенью. Очень много таких видео с комментариями. И что очень, думаю, будет вам интересно, у него очень много видео о дорогах Европы. Он осколесил Европу вдоль и поперек, размещает видео на своем аккаунте. Посмотрите на дороги Европы и сравните с нашими дорогами. Я думаю, разницы вы не найдете. Вот пока все.
колонну.